Прикиньте, сегодня видео бывшего с новой девушкой. И оказалось, что по-деревенски он любит не только картофан в маке. Зависть, плохое чувство. Надо было ценить его, пока ты была с ним. А теперь, ну конечно, там все по-деревенски, все плохо. Ну нам-то все понятно ведь, да? Берегите себя и будьте счастливы.